Так. А февраль это относится к зиме? Зиме, да. Или летом. Какой месяц февраль? Какой месяц, Полёвиш? К зиме. Молодец, зимний месяц. Значит, давай. Der Februar gehört zum Winter. Oder, можно сказать по-другому. Машу, все варианты. Der Februar gehört zum Winter. Или Februar ist Winter Monat. Ну, Полёш, 3-4. Der Februar ist Winter Monat. Еще раз громко, Полёш. Februar ist ein Winter Monat. Так, сама. Отлично. Еще раз. Der Februar ist ein Winter Monat. Super. Так. А почему поем уже Winter Ade? Это почему? Почему? Потому что не зима. Почему? У нас почему? Следующий месяц какой? Следующий месяц? За февралем какой месяц? На Februar kommt. Что придет? Весна. Супер. Весна. На Februar kommt der Frühling. Еще раз. Полина. На Februar kommt der Frühling. И какой месяц? Поэтому зима, до свидания. Какой месяц придет? Первый месяц весны. Какой? Мерц. Nach Februar kommt März. Громко. Nach Februar kommt März. März ist erster Frühling. Поэтому Маша поет. Поэтому Маша поет. Какую песню? Winter Ade. До свидания уже. Уже ку-ку скоро будет нам смеяться. Да, Палюш? Уже Ник Бальнахаузе. Так, все, Полёвиш, уже Winter Ade. Вот это уже последние морозы пошли. Это что такое, да, последний сильный мороз? На секунду.